что ж вы итогами стали? Живо на колени! Ну же! Да ну! Это чертово отклочье! Thank you.
знаете, я умный говорит. Печаль на Руси, печаль без
Пошлите мне священное на власть благословение.
Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Да, ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Я сызнова живу, и лучшее проходит предо мною, волнуяся, как море океан. Давно ли оно неслось, событий полно, теперь оно спокойно. Однако близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Старик сидит, да пишет, и дремотой знать во всю ночь он не смыкал очей. Как я люблю его смиренный вид, когда душой минувшим погруженный, спокойный, величавый, он летами стою. Проснулся, брат, благослови меня, честный отец. Благослови тебя, Господь.
и днес, и присно, и вовеки. Ты все писал, сном не позабылся, а мой покой бесхозное мечтание тревожило, и враг меня мутил. Мне снилась лестница крутая, вела меня на башню. С высоты мне виделась Москва, что муравейник, народ внизу на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось, и падая стремглав, я пробуждался. Молодая кровь играет, смиряй себя молитвой и постом, и сны твои видения легкие будут полны. Да ныне, если я невольною тревогой обессилен, не сотворю молитвы долгой к ночи, мой старый сон не тих и не безгрешен, мне чудятся помойные пиры. Воевал под башнями Казани, и рак Литвы Рижскую отражал, и видел двор, и роскошь Иоанна. А я от отроческих лет по кельям скитаюсь, бедный инок. Зачем бы мне не тешиться в боях? Что рано грешный свет покинул. Верь ты мне, нас издали пленяет роскошь и женская лукавая любовь. Помысли, сын, ты о царях великих, и что же? О, как часто, часто они меняли свой посох царский и порфиру, и свой венец роскошный на иноков клобук смиренный, и в келье святой душою отдыхали. Здесь, в этой самой келье, в ней жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Здесь видел я царя. Тих сидел пред нами грозный, и тихо вещь из уст его лилась, а в очах его скромных раскаяния слеза дрожала. И плакал он.
оценива Теодор. Он царские чертоги преобратил в молитвенную келью. Бог возлюбил смирение царя, и Русь при нем во славе безмятежной учешилась. А в час его кончины свершилось неслыханное чудо. Палаты исполнились благоуханием. Такого нам царя, прогневали мы Бога, согрешили владыкою себе, цареубийцу нарекли. Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти царевича. И говорят, в то время был Бугличев. О, помню, привел меня Господь увидеть злое дело, кровавый грех. Тогда я в Углич на некое был услан послушание. Пришел я в ночь. Утро, в час обедни, вдруг слышу звон, ударили в набат, крик, шум, бегут во двор царицы. Я туда гляжу, лежит в крови зарезанный царевич. Царица-мать в беспамятстве над ним. Кормилица несчастная в отчаянии рыдает. А там, на площади народа сервенясь, получит безбожную предательницу мамку. Вопль, стоны! Вдруг между них свиреп от злости бледен является Иуда Витяковский. Вот он! Вот злодей раздался общий гром. Тут народ просится во след бежавшим трем убийцам. Злодея захватили и привели пред теплый труд младенца. И чудо! Вдруг мертвец затрепетал. Покайтесь! Народ им загремел. И в ужасе под топором злодеи покаялись. И назвали Бориса. Каким был лет царевич убиенный? Лет 7. Постой. С тех пор прошло лет 10, и нет, 12, да, так, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал. Yeah.
за преступлением вопиющим заключу я летопись свою. Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай, не мудрствуя лукаво, все, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государи, пророчества и знамения небесны. А мне пора. Пора уж отдохнуть. Благослови, Господь, своих рабов. Подай костыль, Григорий. Между тем ошельни в темной келье, здесь на тебя донос ужасный пишет, и не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от Божьего суда. Thank you.
честные, чем Бог послал хозяюшка. Нет ли вина? Как не быть, отцы мои? Сейчас вынесу. Призадумался, товарищ. Вот и граница литовская, на которой тебе так хотелось добраться. Пока не буду в Литве, не могу быть спокоен. А что тебе Литва так стремилась? Вот мы, отец Мисаил, да аз много грешный, как утекали из монастыря, так и Руси именуем, Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, все нам равно, было б дело. А вот и оно. Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье. Спасибо, хозяюшка, Бог тебя благослови. Однако, брат, а
когда я пью, так трезвых не люблю. И над делом пьянство, и над делом чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так умирайся, пропаливай. А про себя разумей, отец Варлам. Про себя? Да что мне про себя разуметь? Эй! Как едет я? Это дорога. Торчит, как рожок. А далеч, далеч вы. Вот разве старцы
Ну, отцы мои, каково промышляете? Ох, плохо, сыне, плохо! Христиане скупы стали, деньгу любят, деньгу прячут, мало Богу дают. Прийдя грех тени, а языцы земны. Катюша, молишь, молишь, еле, еле, три полушки вымолишь. Что делать с горя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена. Господи, помилуй, спаси нас! Вот ты на меня так пристально смотришь. А вот что? При тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Отрепьев. Знаешь ли ты это? Не знаю. Ну, и царь велел его еретика изловить и повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. Но что мне этот еретик, разбойник вор, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой? Господи, старь, спокойнее стань! Эва, ну, читай, слух читай. Чудо во монастыря, недостойный чернец Григорий из рода Отрепьевых, научен дьяволом, вздумал смущать святую братью всякими соблазнами, беззакониями. Обежал он, Гришка, границы литовской, и царь приказал изловить его и повесить. Здесь не сказано повесить. Врешь, и всяко слово в строку пишется. Читай. Изловить и повесить. И повесить. А лет ему, Гришке, от роду 50. Пора до свидания, брюхо толстое, нос красный. Держи его, держи, ребята! А вы? Стрелы окаянные! Чего пристали? Ну, какая Гришка! Нет, от мало в шутке шутить! От поскладом умею, от плохо разбираю! Разберу! Разберу, коль дело полно петли доходит! Ah!
все, что 50. Видишь? О, о, сту, он, средня, го, о, о, сы. Рыжие, о, су, о, су, о, ро, ав, Oh!
высшей власти. Шестою жгут я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие и власти безмятежной. Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщения, ни крики толпы меня не веселят. Мне думал свой народ в довольствии и славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение, о сколь безумными, как понародный плес, или юры губы, тщеславное тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл мучения признавая, а велел открыть им житницы, час лука рассыпал им, а им сыскал работы. Пожарный огонь он истребил, и ветра занес их жалкие лачушки. Я выстроил им новые жилища, я одежды раздал им. Я пригрел, я приютил их, они ж меня пожаром упрекали. Вот черный суд. В семье своей я мнил найти отраду, готовил ночи веселый брачный пир. Моей царевне голубой чистой. Но не судил Господь мне это утешение, как буря смерть уносит жениха, и тут лукавая молва виновником дочернего вдовства считала. Меня, меня, несчастного отца, что не умрет, я всех убийца тайный. Я отравил сестру свою царицу, я усыновил Петра кончину, я отрока несчастного. Царевича малютку, тебе чего, великий государь, ну? Ну что ж, что ж, стол, великий государь, тебе я спасти не воды чуйский, hello, yo.
Шуйский, зови, постой, скажи, что рады видеть князя, и что он, скажи, без гнева, его беседы. Вечер Пушкина колок пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочие, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал и привез Противен мне род Пушкиных кочевник. А Шуйскому не должно доверять, уклончивый на смелый. Вечер с Литвы таинственный гонец. Я думал, не ведаешь ты этой тайны. Нет нужды, князь, рассказывай. Но при царевиче неловко. Старший сын, царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Самозванец. Король погибал после него. Но чем опасен он? Конечно, царь сильна твоя держава. Ты милостью родил. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, малейшему внушению послушна, к истине суха и равнодушна, все баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так, если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет, Дмитрия воскреснет же имя. Дмитрия, царевич, удались. Ну, государь, позволь мне! Нельзя, сын, один. Стать меры сейчас, чтоб от Литвы Русь оградилась заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб Троец не прибежалась больше к нам, чтоб город не прилетела Смирнова. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуйский. Неправда эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили, допрашивать царей, царей
законны, назначен избранных всенародно, увенчан и великим патриархом. Слушай, Шуйский, как отрока сего, как отрок сей лишился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю, по совести всю правду мне скажи. Убитом узнал ли ты Дмитрия? Клянусь тебе! Нет, Шуйский, не клянись! Скажи, кто был царевич? Он! Василий Иванович, я милость обещаю, прошедшей лжи опалою напрусной не накажу. Ну, если ты хитришь, головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что сам Иван Васильевич царь, а тоже сам о гробе содрогнется. Не казнь страшна, страшна твоя тобой, могу ли я лукавить?
Ух, тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал, закрой мне нос в лицо, и тяжко отпускал. Случайно завелося, как язвой моровой душа старит, нальется сердце ядом, и тяжко станет, как молотком стучит душа, укором и проклятием, и душит что-то, и голова кружится, в глазах дитя кровавленное. Вон, вон там, что это? Там, в углу, колышется роса, колышется, дрожит и стонет. Чур, чур! Не я, не я, твой великаней. Чур, чур, дитя, не я.
копеечка есть. Шутишь? Не радуешь ты вас?
злодей и бунтовщик, поставший мятежом столпой наемников холодных и именем царевича назвавшись себя царем исконным, величая, сопутствуем боярами опальными и всякой сволочью литовской, все наговоры злые, все не
предупредить. Намедни уходят государя, скорбя всем сердцем, радея душе царевой. Я в щелочку случайно заглянул. О, что увидел я, бояре! Бедный холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, несвязно бормоча какие-то слова чудные. Oh!
мой старик, все, что знаешь, эскутайте. Рассказ мой будет прост и краток, бесхитростная повесть о чьем промысле Господнем. Однажды в вечерний час пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком, сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи, до старости. Лечился и сеньями тайным нашептанием, напрасно я из кладези святых кропил водой целебной очи. Напрасно, и так я к тьме своей привык, что даже сны мои сейчас ты царь.
вас, ты царствовать по праву будешь, как мой наследник, как сын мой первородный. Сын мой, дитя мое родное, венец тебе достался в тяжкую годину. Зверь злой самозванец, он именем ужасным ополчен. Вокруг тебя, бояр Крамола, из мира войска глад. Фёдор, веряй славета, майор, довольны. Зорко следи за их сношениями тайными с Петвою. Измену карай без пощады, без милости карай. Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный. Стой на страже борцом за веру правую. Свято чти святых. Thank you.
от искушения. Царь ваш, царь, простите.